Окончательно и бесповоротно. Приветствую вас, друзья. У аппарата Зоди на аппарате Pan U Drive. Запасайтесь булками, готовьте лимонад, потому что мы продолжаем исследовать этот огромный особняк. У нас 24-е сутки идут. Мы здесь практически месяц находимся. Офигеть. В таком жутком доме. И только сейчас у меня мысль такая появилась. А что все это время наш герой кушает? Реально. Двадцать четвертые сутки. Я, конечно, понимаю игровые условности и все такое. Может быть, он на самом деле, просыпаясь с утра, что-нибудь харчит перед тем, как начать исследовать дом. Ну, точнее, не с утра, а с вечера. Ведь мы просыпаемся практически перед заходом солнца. Почему-то. Хотя, с другой стороны, знаете, ребята, я понял, почему наш персонаж именно вечером просыпается, то есть днем он спит. Возможно, он специально именно это и хочет увидеть, всю паранормальную активность, а она, как мы знаем, именно ночью активизируется. То есть все это специально, продумано. Вот почему мы просыпаемся ночью. Почему мы днем не ходим? Потому что днем мы ничего не увидим. Я вот думаю, было бы в принципе круто для атмосферности добавить парочку моментов, допустим, там показательных или хотя бы намекающих на то, что наш персонаж вообще хоть когда-нибудь кушает. Хотя бы, не знаю, там упаковочки от лапши быстрого приготовления, сваленные в кучу рядом с кроватью. Каждый день на пару коробочек больше. Это уже бы добавило атмосферности. Ну и так, очень круто. Игра шикарнейшая. Так, я меняю батарейку, потому что ничего не видно уже. Та полностью разрядилась. Так, сходить наверх по привычке. Давайте сходим. Ой, прошлый раз, вы же помните, что мы тут увидели? Что мы вон там увидели? Там кто-то шел. В этот раз никого нет. Здесь вроде нет. Не. Так, забежим, посмотрим, что со спичками. У нас все прекрасно со спичками. Вот с фонариком беда, реально. Так, буду все-таки пытаться по максимуму его экономить. Нет, не здесь. Видимо, внизу где-то шум был. А на чем мы остановились в прошлой серии, я уже даже не помню. Где мы нашли бумажку? Ну, думаю, как найдем ту комнату, я вспомню. Ну реально, без фонарика слишком страшно. Так, стоп. Звук был как будто клоун. Так, это ведь статуя там на улице, да? Да, в углу там вроде как раз таки статуя стоит. Все окей, все нормально. Так, а сейчас мы как раз посмотрим, что там клоун, где он, чем занимается, есть ли он на месте. А может быть, нам как раз таки именно сюда и нужно. Давайте зажжем здесь свет. Наверняка еще будем проходить.
Так, спички пусть лежат. Хорошо, как раз удобное место. Стоп, нет, мы не туда пришли. А, мы на втором этаже, клоун-то на первом. Все, ребята, я понял. Понял, ладно, идем обратно. Можно было бы, конечно, пройти здесь по комнатам, но... Я лучше пойду по самым новым комнатам. Здесь коридор сейчас будет, да? Угу. Так, немного запомнил я. Так, стоп, стоп, стоп. Эта тень уже не одна. Посмотрите, там дальше еще одна тень. Типа кто-то согнулся так? Непонятно. Я знаю, чего ожидать от первой тени. Она просто заорет, будет громко и все. А чего от второй ожидать? Ладно. Ого, как громко. Так, все равно я пойду сюда сначала. Блин, а это жутко. Посмотрите, эта тень, это как будто кого-то там, не знаю, перекособочила прямо. Сейчас громко будет, да? Нет. А та заорет, по-любому заорет. Так, готовьтесь. Нет, опять не орут, а потом, когда я расслаблюсь, не буду ожидать, вот тогда заорут, да? Так, здесь у нас картины. Здесь ничего не меняется, ничего не происходит, но на всякий случай стоит зайти. А здесь у нас срез, то есть проход, и здесь вроде как появляется девочка, да? Нет. Шаги в оранжерее. Оранжерея. Где у нас оранжерея? А, по-моему, на первом этаже. Кажется, я понял, где. Сейчас проверим. Стоп, нет, не понял. Ух ты, паскудище-то какое! Как ты туда забрался-то? Так, ну этот звук какой-то был все равно не очень страшный. Ладно, я просто бежал и думал именно про оранжерею, как раз таки, а не про клоуна. Стоп, реально, где оранжерея? Я думал, что здесь она. Запутался, совсем запутался. Так, ладно, найдем, по-любому найдем. Офигеть. Блин, теперь ты здесь, паскудище ты такое. Да ну, дай пибикнуть, дай, вот так тебе. Так, ну по крайней мере он, нет, он двигается. Когда я отворачиваюсь, он, а нет, смотрите. Так, все, мне слишком страшно, валим отсюда, ну нафиг. Так, оранжерея, где оранжерея? Слушайте. Нет, здесь его нету. Тихо! Там у нас туалет. А где? Реально, где оранжерея? Я немного потерялся, запутался вообще. Нет, не там. Не там. Нет, не там. Стоп, это у нас идет... Стоп, кажись, кажись, понял я, где оранжерея? Или стоп, или нет? А, нет. Здесь я сейчас приду в тупик. Слушайте, да что такое? Вот когда надо, попробуй найди.
Так, ладно, пойдем, значит, обратно. Куда обратно? Так, если мы пойдем сюда, я понял, где мы выйдем. Все это я понял. Пойдем обратно. Значит, все-таки где-то там. Так, оранжерея. Где-то оранжерея. Ну где-то что есть. Еще угловая такая вроде как, да? Там ковер лежит. Только где? Туда что ли? Да нет, она где-то должна быть. А, внизу вот. Вот под этой комнатой внизу. По крайней мере, я так думаю. Может быть и нет. В принципе-то. Черт, батарейка. Последняя батарейка. И что с тобой делать? Нет, не здесь. Да что ж такое? Где же ты? Да нет, вроде мы оранжерею встречали еще до того, как в это крыло попали. Ой, сюда не хочу, но давайте на всякий случай зайдем, вдруг что-нибудь произойдет. Не, ничего. Ну ладно, хорошо. Тем лучше. Опа, а у нас что, ключик был? Я даже не обратил внимания. Так, это мы срез открыли. Это мы просто открыли срез. Понятно. В принципе, толку от него... Прямо таки, как с козла молока. Так, не, ну реально, а где же... Дом просто огромный. Конечно, здесь сложно запомнить в таком-то огромном доме. Вот здесь вроде как... Ну, вырубились, да? Вроде как здесь. Ничего не наблюдаю. Так, ладно, это либо снизу, либо сверху, либо где угодно может быть. Так. Ну нет, не здесь оранжерея, точно не здесь. Здесь спальня, здесь туалет вроде как, да. Это я запомнил, а здесь заперто. Окей. Тихо. Так, в общем, у нас сейчас квест. Найди оранжерею. По-моему, она еще раньше где-то. Мне кажется. Ну, вроде вот угловая должна быть где-то. Стоп, сюда мы, получается, куда выходим? Окей. А если вниз пойдем? А, если вниз пойдем, то к клоуну выйдем вроде как, да? Да, выйдем к клоуну. Ты здесь? Блин, он здесь. Он везде сущий. Так, слушайте, а реально, где эта гребаная оранжерея? Как ее найти? Нет, это не она. Она угловая. Вот! Вот, нашел! Нашел я ее! Ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Фу! Фу! Фу, какая мерзость! Черт! Нужно ключ найти быстро! Есть, ключ нашли! Так, теперь, куда этот ключ применить?
О, отлично, отлично, отлично. Так, что у нас здесь? Но опять-таки гостиная. В основном здесь не спальня в этом доме, а чисто гостиная. То есть люди нигде не спят. Они только развлекаются. Тихо-тихо-тихо. Батарейки. Прелесть просто. Так, не включим тебя, нет? Я вижу записку, но хочу сначала смотреть все остальное. Так, остальное смотреть бессмысленно. Ключа. Ключа нет нигде, да? Это плохо. Плохо, что нет ключа, ну ладно. Раз ключа нету, по крайней мере, возьмем записку. I remember a photo. There was something evil in it. I have to find it. Ты о какой фотографии говоришь? И это просто мысли твои, или нам реально нужно искать фотографию какую-то? День 25. Так, антистресс первым делом. Хорошо. Так, ну куда пойдем? Пойдем туда же. У нас там на улице, с другой части дома, с другой стороны дома, есть еще кладбище, вроде он говорил. Оно заперто. Но я уверен, что мы туда попадем. Интересно только когда. Что там происходит? Ничего не происходит, да? Значит, на улице нам не нужно. По крайней мере, пока что. Там или мне показалось? Да нет, здесь тупик. Я не думаю, что здесь. Туда не пойду уже. Да нет, ничего. Учитывая, что дом пустой, это во-первых, во-вторых, дом деревянный, как бы, то звук здесь разносится во все стороны. То есть не очень понятно, где и что. Так, по старинке идем наверх. У нас уже прямо-таки маршрут выработался. Так, ничего. Ну, здесь точно ничего не будет, потому что уже было событие. Хотя, как показывает практика, с тем же самым туалетом, события могут повторяться в одном помещении по несколько раз. Ну, то есть не повторяться, а разные быть события, но происходить в одном и том же помещении. Так, нет, никто не идет к нам навстречу, это главное. Вот непонятно, откуда у вас звук? Вроде как отсюда. Но здесь ничего не происходит. Ладно. А, я ничего не вижу, где я. Блин, фонарик нужно беречь. И ничегошеньки ж не видно. Иду вот реально на ощупь. Так что вы не думайте, что у меня все видно, а это вам не видно. Нет. Мне точно так же ничегошеньки не видно. Так, ну вначале проверим. Туалет. Оказалось, что вода набрата. Нет. Все окей. Проверим здесь. Клоун, ты здесь? Нет? Не. Ну и ладушки. Так, опять тень. Уже в единственном экземпляре. Вот по-любому заорет, да? То есть раньше не орала, а теперь будет орать.
Это было здесь? Нет. Заорёт, да? Ну, давай, давай, я готов. Я приготовился. Не. Клоун, где-то клоун бродит. На всякий случай забежим. Вдруг что-нибудь произойдет. Нету, так нету. Ничего. Так. Не особо я уже помню, где мы открыли дверь. Если честно. Вот здесь мы ее и открыли. Да хватит тебе уже, паскудище. Я понимаю, что это глупо, но, блин, меня пугают такие резкие звуки. Так, не смотри на меня, отвернись. Повернулся, зараза. Так, в тупик идем. Слушай, давай, герой, подскажи нам, что делать дальше. Так, ну прелесть. А-а-а! Батареи, они здесь были, ребята, или нет? Это я такой слепой, или... Или они появились? А может быть реально, когда мы практически все батарейки страчиваем, где-то... Где-то появляются? Так, ладно, идем обратно, идем вниз. Может отсюда звуки доносились, нет? Да нет. Черт его знает откуда. Ладно, посмотрим внизу. Ой, папа, тень. Только заметил. Ладно, сейчас я подойду к тебе. Сейчас я к тебе подойду. Может быть, ключик там появится, не? Вот, блин. Ну зачем ты меня сюда ведешь? Ну я, то есть, думаю, раз тень здесь есть, она мне хочет что-то показать. Может быть, зажечь нужно светильник? Да нет, ничего не вижу. Ключика нет. В шахматы еще раз играть. Призрак с нами не хочет. Ой-ой-ой-ой-ой. Это было с улицы. Слушайте, может на улицу пройти? Обойти по кругу дом? Да не, слишком страшно. Ну и плюс придется сильно потратить фонарик. Давайте просто выглянем. Стоп, где мы сейчас находимся? Мы на втором этаже, да? Ай, ладно. Ну да, сейчас выглянем в ту часть просто. Посмотрим, на месте ли чучело. В принципе, если бы нам нужно было идти на улицу, я думаю, наш персонаж нам бы об этом сказал. Так, сидишь здесь, да? Нет, смотрите. Я думал, он теперь постоянно будет там сидеть.
Нету пугала. Пугало смылось. Ну нафиг, я не хочу туда. Не-не-не-не-не, не хочу. Ну, то есть, если игра заставит... Я! Тихо. Ой-ой-ой-ой, если игра заставит, я, конечно, пойду, но не хотелось бы мне этого. Но там уже точно я буду идти чисто с фонариком, иначе... Не, там слишком страшно. Да и здесь, в принципе, кошмарно страшно. Откуда-то оттуда. Ну, давайте сначала смотрим здесь все, а потом пойдем, если что, туда. Так, дверь. Не мешай. И так темно. А почему нет субтитров? Он сказал, у меня такое чувство, что я должен повнимательнее посмотреть на столовую, которая выходит... окна которой выходят... Показалось. Во двор. Я сейчас пытаюсь просто вспомнить, окна какой столовой у нас выходят во двор. Так, слушай, не надо. Блин, теперь я боюсь стоять на одном месте. Окна столовой, которые выходят во двор. Не помню я. Слушайте. Может быть, он имел в виду не ту столовую, где кушают, а именно кухню? У нас кухня есть внизу здесь. Ну-ка, давайте сходим. Но я только что как раз оттуда. Да что такое было? Это птица была? Ух! Походу, я угадал с комнатой, да? Меня сейчас терзает такая мысль. Очень стрёмная. Я думаю, что если там была птица, то есть там было событие, то там и ключик может оказаться. То есть нужно топать... Да ёлки-палки, ну! Главное, нет же никого. Блин, и ключика я тоже не вижу. Не хотелось бы просто так туда топать. Давайте в крайнем случае что-то пойдем. Так, запомним, где мы находимся, да. Так. Все, хватит, хватит. Ты здесь? Нет, ты не здесь. Хотя, может быть, все-таки я не угадал, потому что мы ничего не нашли. Стоп, я смотрел снова в окно. Давайте посмотрим здесь. Может, здесь ключ появился? Где-то, может, валяется он. А я тупо не замечаю. Я ведь могу. Все, хватит, хватит тебе, я не обращаю на тебя внимания. Я в доме, а ты снаружи. Хватит, слушай. Нет, нет ключа. Блин. Не, ну реально, я не хочу туда топать. Но, походу, как раз таки придется. А что, в этой игре можно проиграть? Я не понял. А что случилось? Гейм-овер? А это... Я вообще не знал, что в этой игре можно как-то проиграть. А что не то? А почему я проиграл? В принципе, знаете, почему я, наверное, проиграл? Я, кажется, понял. Я врубился, зачем нужна эта зеленая полоска сверху слева. Это, видимо, шкала.
В общем, ну как, не здоровье нашего, а психического состояния, и, возможно, от того, что я слишком долго ничего не находил, слишком долго мне было страшно, она опустилась до нуля, и все, и я как бы проиграл. Та девочка-призрак меня добила. Типа того. Ну, понятно, будем все-таки иметь в виду, оказывается, эта полоска не просто так для красоты здесь висит. Ну ладно, я думаю, давайте мы уже на этом сделаем перерыв, продолжим с вами уже завтра. Спасибо вам большое за просмотр, не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья, встретимся в следующей серии. Пока-пока.